Всем привет, это Маша Кашер, и в этом видео у нас будет такая необычная тематика. Это называется «Что меня бесит». Но это не простое, как у видеоблогеров. Не торопитесь это выключать. В общем, тут будут маленькие скетчи по пару секунд, побольше. И да, если там очень много не было видео, 2 недели. Есть не тому причина, экзамены. И вот я кто-то попыталась про свой комп, но думаю, что у меня получилось. Первое, то, что меня бесит, это когда врут прямо в лоб. Хотя я знаю правду. О, привет. У меня такое случилось. Второе, то, что меня бесит, меня это жутко бесит. Когда я разговариваю с человеком об одном, а он задротит в какую-нибудь игру и говорит только о ней. Да, короче, ты смотрел мое видео? О, я вертаюсь, потому что... Следующее, что меня бесит, зачем я сказала, три раза, следующее, то, что меня бесит, это когда рядом со мной кто-нибудь поет, он просто... Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Что-то тут делаю. Ну, танцую, как видишь, за танец. Ну, это было все мое видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.